Хей, окей, с вами Шмаги, мы продолжаем пройдить игру по названию Секира. И это, скорее всего, будет последняя тоже у нас серии. Да. Так, давайте сразу сюда поставлю. Я сразу отдохну. Или не последняя, не знаю, нам осталось... В принципе, мы речек одолели. Ага. И что это значит? И что это значит? Извините. Извините, что это значит? Окей. Походу нам ничего не придется, кроме как... Так, а подождите, а как мне... я что-то не понял, куда мне идти. Ну, так я могу только так попасть сюда. Так ведь? Замурованы. Да. Ну да, понятно, что здесь врагов нету. Ничего нету. О, не, есть эти. Финтиплюшки-летушки. Так, подождите, я иду к полю, так ведь? Может, я что-то сломал все-таки, когда пошел, ну, не убил этого демона, куда-то пошел. Походу на то. Типа я больше ничего такого не вижу, куда я мог пойти. А мне нужно пойти куда? Там, где проход секретный. Пойди сюда. Но все же и нет. Что здесь тоже как бы ничего такого нету. Да я запутался, ни хера не понимаю. Что-то я вообще ни хера не понимаю. Куда мне идти? О, боже мой. А зачем так сложно? Зачем так сложно? Что мне делать? Я же заюзал этот. Тотем, в чем дело? Где должны врата открыться, нет? Что-то я вообще теперь ни хера не понимаю. Пламя ненависти. За мокасином. О, боже мой, за что? За что? Давайте вспоминать тогда, где у нас был этот проход. Там полетели. За что мне это все? Я не понимаю, куда мне идти. Не, я знаю, куда мне идти. У меня есть ключ. У меня ключ есть от секретного прохода. Секретный проход у нас находится... Где мы были в начале игры сама. Вопрос, как туда попасть.
В луну и вот это. Чу-чу-чу. Это оно? Нет, это не оно. Это вообще не оно. Не врубаюсь. Слишком сложно. Чё? Кто меня уже заметил? Я все равно... Подождите, сейчас все будет. А мне сказали идти по дыму, по дымку. Так, вот дым, хорошо. Так, вон вижу дым еще. Вот дым, хорошо. Так, окей. Что дальше? Что дальше, объясняйте. Где у нас был тот мост? Там, да? Как мне туда попасть? Хорошо, отлично. Но я все равно ни хера не понял. Все, конечно, отлично, но я ни хера не понял. Да. Вот мне как-то туда нужно попасть, стоять. Сейчас кое-что сделаем, а ну-ка. Во-первых, чтоб я не сдох после этой херни. Во-вторых, надеюсь, мне повезет. Да, почти не сдох. Почти. Окей. Я все равно ни хера не пойму. Мне нужно вот туда вот попасть, в ту сторону. Ах ты ж, ё-моё, я понял, всё. Вопрос исчерпан. А, вы решили мне всё просто... Вы мне всё решили закрыть просто деревьями, круто. Крутая задумка. Найс. И что мне делать? То есть туда попасть только одним способом можно. Сука, и ведь они специально сделали, чтобы я туда не смог так попасть. Запасы.
А то есть, а других способов тут нету, понимаете? Что делать? И что вы мне прикажете? То есть я по-другому, я не понимаю, как туда попасть. Ну, типа, да. А хотя стоять. Ну да. В принципе, почему бы нет? В принципе, почему бы нет? А, я умер. А, пока буду оживать. А, ну вы понимаете, я просто потратил кучу времени, считайте, 10 минут на то, чтобы просто найти, куда мне идти. Ну, я думаю, это мощно. Так, хорошо. Ну, им ко мне не попасть. Им ко мне не попасть, поэтому мне нормально. Мне сюда надо. Да, все. Дверька открывается, мы проходим, там будет то, что нам нужно. Финальный босс. Господин Кура. Синоби Божественного Наследника. Мы встретились снова. Узри второй клинок бессмертных. Генитира. Если вы думаете, что можете изменить эти судьбы Асина, вы ошибаетесь. Волк. Ни у кого не право наследника дракона. Он не принадлежит никому. Жаль, что нет ни иного способа. Все хорошо. В последний раз. Да. Пора с этим покончить. Да, битва, финальная битва. Ну, может быть, мы... Воу, нет! Вау, вау. Бац, бац. Ой, а я умер немного. Ну смотрите, в принципе, ему стамину можно быстро снять. А стамина быстро снимается, но я же понимаю, что это не одна фаза. Что фаза будет не одна. Фу-фу-фу-фу-фу. Сколько раз я помру на нем? Ну, первая попытка есть, хорошо.
Минус первая попытка. Касена, 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 касена. Бац, 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 бац. Ой. Ай. Опа. А кто-то отлетел. Надо было быстро, окей. Первая фаза быстро. Довольно легкая. Просто бьем, бьем, бьем и все. В итоге. Я оказался слаб. Не то, что мой господин. В жилах клана течет кровь дракона. Теперь долгую ночь для Асина сменит рассвет. Ох ты ж, ё-моё. Жалкий внук. Это было твое последнее желание. Ё-моё. Видеть воскрешение клана Асина. Ё-моё. А это значит, Секира. Да, это значит, что я должен уничтожить тебя. Ух! Ой-ой-ой-ой-ой, а чё у тебя три фазы? Ой-ой-ой-ой, а чё у тебя три фазы? Вау, 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 вау. Вау, так ж ты, ё-моё. Да ёлки, он... В смысле? Он мне шанса не дает. Черт. Хорошо. Тихо. Па-па-па, дрожи. Он взял копье. Воу-воу-воу! Это что было? Воу-воу-воу! Ну нафиг! Я понял.
Я вас понял. Хорошо. Ну ладно, когда он прыгает, на него нужно прыгать. Манайт, а где его... Вот что это за фигня? То есть... даже с... Я ему не сбиваю. Я ему не сбиваю такого. Сука, чтоб место было. Ладно, давайте еще раз. Если нет, я отрендерю видосики, и потом будем там мутить что-то. Будем что-то домутить. Давай. I will restore Ashina to glory. Иди в сраку. Ну какого черта? Короче, я не понимаю. Я нихера не понимаю. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Потом я отрендерю и мы продолжим. Потому что это уже жопа. Поэтому ждите. Я забыл. Блин, это тупой на самом деле воскрешение, типа, какого черта? Я не могу воскрешать, сколько я хочу. Ладно. Не, можно, типа, знаете, его гонять, типа, чтобы он чисто юзал молнию. И, типа, вокруг него бегать. И чисто за счет молнии его херячить. Почему нет? А давайте еще Цюрикен попробуем. Или нахер надо. Ладно, пускай лучше это будет. Чем конфеты. Конфеты у меня быстро заканчиваются. I will restore Ashina to glory. Окей. Гря! Изи. Дальше. Окей, тихо. Просрал. Хорошо. Тихо. Так.
Хорошо. Ой, тихо. Тихо. А что за херь? Вот что это было? Тихо. Ой, да ладно! Он... У него концентрации не было уже. У него чисто не было концентрации уже. Пипец. Я уже третью фазу понял, как уничтожать. Но я все равно не могу. Сложно. I will restore Ashiva to glory. Так, хорошо. Дальше. Чё? Охерел.
мне камни мешают. Вот снова. Какого черта? Опять! Я просто в его в сторону вхожу. И все. Окей, дальше. Хорошо. Отлично. Дальше. Вот, я вот этот момент не понимаю. Ой! Ладно. Да-да-да-да. Да-да. Да-да. Да-да-да-да-да. Изи! Изи! Все? Злобный крик. Все. Давай! Молодец. Секира. Прощай. Узы бессмертных разрублены. На пике своей славы Исина Сина отчаял мастерства каждый день, ища новые смертные битвы, он был настоящим машиноубийством. Дыхание дракона получено, новая способность. Наконец-то, ребята. Волк, где же ты? Так, отдать слезы с вечно цветом. Я рад с вами. Я рядом с вами. Я рад. Я рад, что убил наконец-то. Ё-моё. А, третья фаза. Пипец, я его быстро грохнул. Жесть.
Вот слезы дракона. Знаете, на самом деле, походу, то был босс обязательно во всех финалах. Поэтому как так. Хотя, хер его знает, на самом деле. Может, только филин был. Я лишаю последнего бессмертного его дара. Я думал, на самом деле, это... Блин, ну это понятно, что... Живите и примите природу человека. Ну и пожертвовали собой, считай. Так вы уходите? Да. Я тоже буду наслаждаться каждым моментом жизни. А потом умру. Как умер за меня мой сыновья. Госпожа Эмма, я и вас в большом долгу. Ну, по сути, это все. Это вся концовочка. Ну, а теперь оцениваем. Это, если считать, это шат разрабов и тех же Dark Souls. Поэтому игра, понятное дело, что сложно. Потом. У нас боссы с несколько стадиями, да, то есть как обычно. Здесь у нас хорошая работает стелс. Вот что самое главное, что работает стелс, что охерительно. Есть рядовые боссы, ну, конечно, одинаковое количество их, но все же. Много всего. У нас есть рукоятка, где мы улучшали предметы. Вот, типа, костры, да. Ну, это понятно. Dark Souls, фляги, все такое. Есть много активных предметов. Есть навыки, которые мы прокачиваем. Если хотим, можем их не прокачивать. В зависимости от случая. Красивые пейзажи, красивая картинка. Даже, знаете, есть свой подсюжет. Взять даже того нашего вот этого старика, который нам протез сделал. Он же был... Ну, слишком много, короче. Кто ему руку отрубил, кто еще что-то. Потом вот эта девчонка, которая врачиха, которая нам урну повышала. Это же все идет по сюжету. Хорошая музыка такая, знаете, типа азиатская, типа стиля такого южного. Ну, вот просто посмотрите, это не как в Dark Souls, да, что мы типа прокачиваем меч, там ищем доспехи, все такое. Нет, здесь у нас главное мастерство. Наша способность блокировать... И все такое, и это зависит чисто все от нас, наш скилл. Крюк, конечно, да, немного подвел. Кривой. Не цепляется, когда нужно, правильно. Летит не туда, куда надо, когда нужно. Ну, а так, в принципе, мне игруля понравилась. Даже взять тех боссов, которых мы просто проскочили, убили даже того демона с помощью бага. Да, баги не везде, они всегда будут.
После, что еще можно оценить? А концовочки. В игре присутствуют 4 концовки. Одна концовка это если б, ну, которая быстро бы закончилась, если б я... Ну, когда помните, вот этого Филина мы встретили в первый раз. Так вот, если б я согласился с отцом, да, он же наш отец, то мы просто бы предали Сору, Руса, блядь, неважно, это парнишку. И все, получается, игра закончилась. И мы стали бы Сорой, как вот этот мужичок с рукой. Нас бы просто поглотил демон. Вторая концовочка, это мы просто отдаем каплю, и Сора умирает, да? Ну как? Ну да, Сора просто умирает, по идее. И все, GG. А третья концовка, это Сора умирает, но приходит девчонка. И мы начинаем защищать девчонку, ну, которую, помните, в храм, которая нам рис, блядь, не дала до конца. И четвертая концовочка, это вот эта, которая сейчас у нас. И она самая хорошая, ну, потому что... Мы пожертвовали собой, но Сура выжил. Да? Ну, Сура жив. Ну и все в таком духе, ребята. Поэтому мы заканчиваем прохождение Секира. Дальнейшее, я не знаю, буду проходить Dark Souls. Также нужно будет попытаться... Я не знаю, нужно будет любым способом. Либо там через несколько лет. Посмотрим, может выйдет Bloodborne на ПК когда-то. Она из PS эксклюзива выйдет и переберется на... портативные компьютеры. Поэтому всем спасибо за просмотр. Да, оценки ставлю 9 из 8, можно 9 из 5, даже так, я так, потому что были тут свои погрешности, свои проблемы в управлении, ну, имею в виду по камере, да, и по атаке. Допустим, когда Микири вот это делал, вместо того чтобы заблокировать, он просто вперед дергался. Ну, я считаю, это дерьмо. Ну, а так, я думаю, объективная оценочка 9,5. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо за просмотр и что были со мной. Поэтому всем удачи и всем пока.